Небольшой у нас тайм-аут. Есть интересная информация, что буквально вчера у Федерации волейбола, да, в нашей стране было 99 лет. Представляете, ровно 99 лет назад в Москве сыграли первый официальный волейбольный матч. Вот, и уже сегодня, да, наша Федерация уже 99 лет. Просто поаплодируйте этому факту. И действительно, 99 лет в России. Любят этот вид спорта, играют в действительно достойное поколение в любых видах, неважно, классика это или пляжный, достойный спортсмен на олимпийских и международных играх. И вот подрастающее поколение, 15 дней в Польше Приморского края, много дальше. Thank you.
Красной Посол реализовывает Уральский федеральный округ. Приволжский край поддерживает команду «Громче!» Уральский федеральный округ! Держи! Тяжелая игра на площадке, как физически, так и морально. Необходима поддержка команды! Hey!
вообще. Главное, наверное, на жаре. Добивай! Игре. А вместо Кривовский Грамотин и Республика Эссия.